Ульяновский снимает короткометражный фильм «5 минут до подвига». В основе сюжета – факт перетасовки истории. Фильм посвящен подвигу героя Александра Матросова, который закрыл своим телом вражеский дзот и дал возможность пройти своим бойцам. В последнее время часто принижаются достижения советской армии, подвиги героев. Поэтому цель картины – показать подлинную историю. Наша вот задача как раз для того, чтобы люди, которые ищут просто информацию на просторах интернета, они на самом деле вырабатывали тоже свое критическое мышление. И самая главная задача фильма не в том, где он родился, не как его звали правильно, и, может быть, и какого дату он подвиг совершил, там тоже как бы есть какие-то противоречия, да, на этот счет появляются. А смысл так, сам подвиг, и способны ли сейчас современное общество, современные люди на такой поступок. Сюжет фильма построен на конфликте ученика с учителем. Школьник, найдя ложную информацию в интернете, уверен, что подвига Александра Матросова не было. Учитель же доказывает обратное. Картина нацелена на подрастающее поколение. Это поучительный пример для воспитания молодежи. Фильм патриотический, поучительный, то есть он короткометражный, больше именно вот нацелен на школьников, то есть на такую аудиторию, чтобы показать, как есть на самом деле. Потому что многие, ну, как говорил режиссер, многие заслуги советских воинов именно в Великой Отечественной войне бывают принижаются, как-то выставляются не в том свете, каком они есть на самом деле. В съемке принимают участие ученики первой гимназии, студенты молодежного центра кинематографии, актеры Ульяновского драматического театра и студенты актерского факультета УГУ. Фильм «5 минут до подвига» получил субсидии из регионального бюджета, размер гранта составил почти 700 тысяч рублей. Кроме того, проект стал победителем первого конкурса фонда президентских грантов 2023 года и получил 840 тысяч рублей. Съемки будут продолжаться в течение февраля. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.